А от, власне, чому я згадала про цю таку нібито нову межу, яку вони встановлюють на кордоні між Грузією і окупованими регіонами? От буквально на днях Грузія підписала угоду з турецькою компанією, відповідно до якої Міністерство оборони Грузії має дати нову бронетехніку стандарту НАТО. Чи свідчить це про те, що світ готується до чогось більшого? Это свидетельствует о том, что южный фланг НАТО укрепляется. Азербайджан давно в орбите Турции. Грузия тоже давно в орбите Турции. В грузинской армии большая часть офицеров подготовлены в турецких высших военных учебных заведениях. Турецкая армия – это вторая армия НАТО. На самом деле очень боеспособная, сильная и так далее. И Турция в этом регионе пытается быть гегемоном. Давайте не забудем, что Черноморский регион, он не просто Черноморский, он называется Каспо-Черноморский, да, для турков. И энергоносители, богатые энергоносителям Каспии, сейчас Азербайджана, Турция уже давно хабовый игрок на европейском рынке газа, он получает из Азербайджана газ транзитом через Грузию. И дальше есть идеи по продолжению этих газопроводов и нефтепроводов далее в Туркменистан, в Центральную Азию. Туркменистан и Казахстан, и это очень просто делается на самом деле, потому что основные проекты уже существуют. Это ТАП и ТАНАП, и Баку-Тбилиси-Эрзрум, и Баку-Тбилиси-Джейхан, и Баку-Супса есть такой нефтеналивной проект. И они действуют уже много лет, эти проекты. И поэтому усиление Грузии и делание Грузии тоже игроком в регионе, то есть не основным, понятно, основную Турция на себя роль примеряет. Это тоже одна из задач, потому что если будет вот эта транспортировка, она будет происходить, то есть она есть уже, но если она будет укрупняться дальше, потому что понятно, что Россия ненадежный поставщик энергоресурсов, в Европе надо будет откуда-то компенсироваться, а больше всего энергоресурсов, в частности газа, это Казахстан, Туркменистан, он дешевый, там нужно просто построить, достроить две ветки трубопроводов, это уже не такое дорогое удовольствие, как было изначально, когда строились ТАП и ТАНАП, и понятно, что безопасность тоже должна быть гарантирована, потому что через территорию Грузии довольно масштабный участок проходит этих газопроводов и нефтепроводов, поэтому Турция занимается этим уже системно 15 лет. Просто сейчас вот пришло время еще одной модернизации, потому что еще в мою бытность, когда я там по молодости работал в Минобороне еще, служил вернее, тогда начался процесс подготовки, и у нас было очень много турецких инструкторов, которые учили, там для нас тогда это была вообще небывалая тактика боя или небывалая вообще логистика, мы даже не понимали, как такое может быть. Ну, а у них реально одна из лучших армий в мире. Власне, от недавно також була новина, що президент Туреччини поговорив з Путіним. І, типу, знов закликав, що Туреччина готова посприяти швидкому миру. Втім, як ви тут бачите роль Ердогана? Тобто він... А, йшлось про те, що вони нібито обговорили з Путіним якісь певні покращення зв'язків між Росією і Туреччиною. Але невже ще досі не зрозуміли, що найкраще це порвати всі зв'язки з Росією, щоб швидше був... Ну, Ердоган так не думає. У нього ж другий підхід. Він же Ердоган. Для того, чтобы рассуждать об Эрдогане, надо знать хотя бы одну историю, да, его. Ну вот смотрите, Турция очень долго стремилась в Европейский Союз. И Эрдоган был абсолютно проевропейским политиком. И когда он пришел во главу Турции, он выполнил все рекомендации, которые ему ставил ЕС. Все до одной. Сказал, ну все, вот, мы все сделали, принимайте нас. Это я сейчас утрированно рассказываю, чтобы зрителю было понятнее, да. Они походили, подумали, они поняли, что турецкая экономика большая, сильная, быстро развивается. Сейчас вот в этот Евросоюз ввести еще Турцию, а там надо будет с ними делиться, а у них куча голосов, это мусульманская страна. Хотя на самом деле это светская страна с большим сдерживающим фактором как раз в виде армии. Они походили, голову почесали, пришли, говорят, окей, говорит, хорошо, говорит, мы тебя примем, только, это еще раз говорю, утрированный рассказ, только верни теперь Северный Кипр, Греции. Эрдоган тихо развернулся, ушел, позвал свою жену и сказал ей, вот сейчас ты наденешь хиджаб, и я буду мусульманским лидером. Он так и сделал. И он очень усилился в момент, когда Азербайджан начал отыгрывать свои позиции в Карабахе. Потому что они долго готовили Азербайджан и долго вливали в него оружие.
Сейчас, конечно, с Россией у него могут быть отношения улучшенные. В принципе, они и до Карабаха у него улучшались, но Карабах Азербайджан получил. Но есть еще важный регион Грузия. И для него важный. И там тоже очень улучшаются отношения, модернизируется армия. Поэтому Эрдоган, его надо знать. Он человек, он византиец. Там не делается политика так, как мы думаем. Сказал, сделал. Это не эрдогановская политика. Говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье. Вот это и есть принцип византийской политики. Эрдоган абсолютный продукт этой византийской политики.